Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Nissan Pathfinder. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, багажники на полу, такие вот полоски вибро на задних арках по небольшому квадрату. Это в автомобиле самые шумные места. На крыше у нас сплошной голый металл, ведь ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Задние двери на такую большую площадь, вот кусок вибры. Слышите, как вибрирует, гремит металл. Передняя дверь, также небольшой кусок вибры. И на полу, практически как передняя часть, по квадрату вибра. Готовим поверхность и приступаем клеить. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Nissan Pathfinder. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены задние арки, задние крылья. Все тщательно прокатали валиком. Также проклеили крышу первым слоем. Двери в данной программе мы клеим 4 слоя. Поэтапно показываем первый слой. Второй слой также проклеили шумопоглотителем. Толщина его 6 мм. По правую сторону проклеили третий слой вибропласта. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Nissan Pathfinder. Проклеен у нас вторым слоем шумопоглотителя пол в багажнике. Проклеены задние арки. Нанесли второй слой на крыше. Проклеили пол в салоне. Проклеили четвертым заключительным слоем двери. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Nissan Pathfinder. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки сборки салона мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!